Вот, походу, никто уже и не ждал, но я решила снять третью часть обзор на свой блокнот, на свой эмо-блокнот 2007-2008. Да, и сейчас я это сделаю. Кстати, хочу сказать спасибо той девочке, которая мне напомнила, чтобы я его в конце концов досняла, потому что что-то у меня вообще как-то из головы вылетело, я уже даже и забыла. Вот, и сейчас дело в том, что Валера, скажем так, чинит, можно сказать, свой компьютер, и очень много он сейчас работает, ему некогда оформить мои видеообзоры на кукол и прочие качественные видео с камеры, поэтому мне сейчас нужно снять влог, и я решила, что это будет влог именно про мой блокнот, да, с самого времен. Итак, давайте посмотрим продолжение. Я поняла, что закончилось вот на этом развороте, и я посмотрела, когда я снимала обзор, это было 22 мая, когда я его выложила. Кошмар, прошло уже 2 месяца с лишним. Итак, смотрим, значит, дальше, что у меня здесь находится. Если, ну, как бы камера маленечко трясется, вы уж на меня не обижайтесь, потому что я не со всяких штативов снимаю, а просто так. И простите меня за мой очень крутой маникюр. Это я вчера красила девочку, точнее даже двух, и вот у меня все облезло, полезло, и так вышло. В общем, я смотрю, что здесь у нас написано. Во-первых, здесь есть текст песни Blistering Eyes. Я, ну как, это не группа Blistering Eyes, это название песни. А поют их Dead Poetic, здесь видите. А вот этот мальчик, кстати, был очень популярен в интернете как раз-таки в те времена. По-моему, я не буду врать, как у него был какой ник, я не помню. Но помню, что на Лив Интернете у него был ник, и был он очень популярный. Здесь мы нашли MMDEMS и... Что-то тут написано, мы говорим «Спасибо тебе за то, что ты есть, когда мы не можем сказать «Я люблю тебя». Мы говорим «Мне незачем больше жить, когда хотим, чтобы нас разубедили в этом». Мы говорим «Здесь холодно, когда вам необходимо чего-нибудь прикосновение». Мы говорим «Мне от тебя ничего не надо, когда не можем получить то, что хотим». Очень действительно жизненные фразочки, я с этим довольно-таки согласна. Идем дальше. Следующий разворот. Здесь находится, значит, мой стих. Да? Или нет? Сейчас посмотрим. Да, это мой стих. Зачитывать я его не буду, потому что если вы захотите, конечно же, вы поставите на стоп-кадр и сможете все прочесть. И вот здесь такой разворот. Мы смотрели Линдси Лоэн, 3 фотографии. Я вообще обожаю ее очень. Конечно, давно не следила за новостями в ее жизни, что у нее там происходит. Не знаю, все ли еще она долбит наркотики там или нет. Я без понятия. Но это довольно-таки старые фотографии, здесь он даже младшей сестрой. Вот, а вот этот мальчик тоже был очень популярен. Возможно, это, кстати, предыдущий он есть, но, по-моему, нет, по-моему, это другой. И ник у него был Малема, насколько мне известно, но это, по-моему, мальчик из Москвы. Дальше, у нас здесь My Chemical Romance фотография. Такой светленький здесь еще мужичок. И снова мой стих. Написан он 22 августа 2007 года. Вот, сопровождается он такой грустной фотографией. Следующий разворот. Спасибо. До сих пор по сей день я их слушаю. Здесь написано 22 августа 2007 года, 12:38. Смотрите, время указывало даже не просто 12:30, 12:35, а аж 12:38. Все четко, все четко. Вот, значит, вот здесь какой-то стишок такой интересный. Зайку дрепнула хозяйка, весь в крови остался зайка. Будет плакать он и выть, если зайку не добить. Вот видите, довольно-таки жестокое произведение, но жестокое, но с юмором. Естественно, сочиняла не сама, я списывала с интернета. Здесь опять текст песни Dead Poetic. Я вообще очень обожаю эту группу Dead Poetic, я их слушаю до сих пор. Они просто шикарные. Фотка Эшли Симпсон. Здесь она вообще еще совсем маленькая, блондиночка. Очень люблю Эшли. Счастье просто не может быть. Угу. Вот такая картинка. И любимая Одри Китчинг, конечно же. Очень люблю Одри Китчинг. Следующий разворот. Здесь мой стих про наркотики. Вы не думаете, на самом деле, что я как бы употребляла там что-то? Нет. Просто те, кто со мной общаются лично, в принципе, знают всю суть, я думаю. Но никто не подумайте, что-то плохого. Нет, я ничего не употребляла. Не надо так думать. Здесь вот такая матная картиночка даже. Трэвис Баркер из группы Blink-182, а позже Plus 44. И дальше здесь разворот. Что у нас в этом развороте? Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана, достал водку, колбасу, хорошо в родном лесу. Тихо песню потянул,
а не сбывшимся всплакнул, снова сунул нож в карман и опять ушел в туман. Какая жесть. Я находила это в интернете вот это вот все находила. И как бы я не ручаюсь, мне просто было ржачно. А вот это, я помню, была двигающая картинка. Здесь два мальчика, и стоят и девочки. И они вот как тут наклонялись, как курочки какие-то. А я просто распечатала стоп-кадр. Губами прижаться, ты лучшая в мире, моя дорогая картошка в мундире. Вот такие дела. Долго ее мужики истязали, били лопатой, зубами кусали, горлу подставили ржавую вилку, все же открыли пивную бутылку. Наша Таня громко плачет, наша Таня Эмма Кит перерезала все вены, и у Тани гровый крик. Такие веселые, да, стишки были в то время, в интернете можно было найти. Следующий разворот сразу показываю, здесь моя старая фотография, и здесь типа сигна самой себе, какой позор, сигна самой себе. Ну, я как бы не сигну делала, а просто не знаю, что это такое было, типа, что я Элма, все дела. И опять же, здесь вот завтра смотрю, у меня записи по поводу того, что у меня завтра день рождения, 24 августа. Вот завтра ДР, как-то не хочется делать этот день обычным, тоже вряд ли получится. Ну, тогда будет необычным, только не знаю, в каком плане, а послезавтра на юг. Да, это мы 26 августа, родители мы уезжали на юг. Опять Эмма картинки, здесь Аврил Лавин с скейтом за спиной. Это от какого-то, не знаю, от каких-то шмоток, походу. А, нет, от таких шмоток, Happy Birthday. Это от упаковки, от подарка что-то осталось, да. А вот тут перечисление. Картошечка, ягодка, стрекозка, капустка, медузка, малинка, клубничка, какашечка, пердышка, грибочка, деревцо, лесенка, батарейка, кошечка, зайка, медведка. Ой, простите меня. Мои 17 лет, это было очень жестко. Дальше. Вот этот разворот я вообще обожаю. Особенно вот эту страницу, не знаю. Потому что здесь, во-первых, очень симпатичный мальчик. Очень симпатичный. И очень любили в интернете делать тогда вот такие вот картиночки. То есть love is love. Вот здесь вот 5 картинок подборка, что love is love. А бывает, там, допустим, что-нибудь is love. То есть, допустим, kisses is love. Там, kisses are love. Или там... Walking under the rain is love. И вот подборки на эту тему. То есть очень были такие симпатичные, милые картинки. Очень мне они нравились. Вот здесь тоже все. Опять же написаны какие-то мои мысли. Здесь даже 1 сентября небольшая запись есть. А вот здесь у меня 31 августа. По-моему, я это писала, когда мы были на юге. Вы представляете, мы ездили в какой-то маленький городок рядом с Сочи. Да. И вот я с собой брала вот эту вот просто вот штуку. И сидела вечерами или утром, вот это все писала. Ну и вот тут Эмма-мальчик, ну как бы Эмма-мальчик, он вот на скейте. И, судя по всему, то ли тут пиво, но я думаю, вряд ли это пиво. Это он пил колу, и что-то тут у него полилось. Далее. Здесь находится мой стих. А мой стих именно от 5 сентября 2007. Написан он без 20:11 вечера. Угу. Здесь вот такая милая фоточка от тостера. Здесь два хлебушка. Oh, baby. Mm-hmm. И дальше. Опять же, Эмма Бой. Веселый лимончик. Опять какие-то здесь, значит, мысли. И причем вот это, кстати, даже выписки. Кто меня как поздравлял с днем рождения? Это от Влада, я смотрю, про поздравления. Вот. А вот здесь, 6 сентября 2007. Что-то тут... вот и жопа. Только начала понимать, что лето кончается. Интересно, но факт, лето как бы уже, конечно, кончилось, 6 сентября. Ну, просто такая погодка обычно стоит в сентябре, что кажется, что лето еще здесь. Следующий разворот. Строчки из песен здесь. И вот здесь про мои какие-то ощущения, чувства. Это 7 сентября. Ну, как видите, я строчила каждый день. И здесь вот такая девочка в платье белом, свадебном, по каким-то развалинам ходит. И очень любила, кстати, вот эту фотографию. Эмма мальчика, Эмма девочка, стоит в обнимку. И вот, кстати, этот сайт был очень-очень известный. mk2b.emma.ru. То есть emma.nizhnyverhnyu.ru. Вот, хороший был сайт. Следующий разворот. Опять этот мальчик, который, кстати, Мальяма был известный. Я еще все время смеялась, как вот эта девка на него палила, потому что здесь видно, что она прям смотрит на него. А вот, здесь, значит, мой стишок. 7 сентября. И это открыточка от моей девочки в переписке от Ники. Её зовут на самом деле Катя.
Она подписывалась как Ники, а я в то время подписывалась как Спарки в 2007 году. И вот Emma Girls, то есть такие две лапочки-кошечки. И написано: продолжаем прикидываться паиньками, но когда они отвернутся, ты рвешь шторы, а я гажу им в тапки. Очень добрые киски, что сказать, очень добрые. А внутри все оформлено вот так. То есть это было поздравление с днем рождения. Вот это, кстати, Чарли Симпсон из группы Busted. А сейчас он играет в группе Fightstar. Fightstar я слушаю. У них довольно-таки красивая, тяжелая, интересная музыка. Очень вам советую Fightstar. И вот здесь Чарли Симпсон. Просто Катя очень фанатела по Чарли, поэтому так вышло, что она его постоянно везде клеила. Следующий разворотик. Здесь опять же мысли. Немножечко пошла такая картиночка. Не знаю, чем-то она меня зацепляла в те времена. И Линдси Лоан. Опять моя обожаемая Линдси Лоан. И опять у нас тут Dead Poetic, Green Desire, текст песни. Следующий разворот какой-то полупустой. Что-то вот здесь надо было доделать, но я, походу, не сделала. И здесь у меня что написано? Extraordinary Love. Угу. Здесь что-то, какие-то мысли про любовь. Я смотрю выписки. Не выписки, точнее, а сама я что-то строчила про любовь. Да, ну и без эмо-картинок, господи, я комментарий все время говорю в каждой странице, что без эмо-картинок никуда. Скайлет Драйв, вот здесь группа. И мягкий мишка, фоточка. Вот и вот такие картинки тоже я очень-очень люблю. О, вот этот разворот я тоже люблю, потому что я люблю эмо-мальчиков. Наверное, до сих пор я их люблю. Они очень красивые, симпатичные, милые. Сейчас их, конечно, уже мало, точнее, их я вообще не вижу. Но вот как воспоминание было, здесь у меня эмо-мальчики. Во-первых, вот такой вот мальчик. Это вот тоже он. Ой, господи, мне нравится он даже сейчас. И вот такие вот тоже пацанчики, да. А здесь вот он как будто девочка даже. Не знаю, очень классные. Здесь написаны мои мысли. Угу. Насчет эмо здесь написано. Здесь фотка группы The Used с таким подрисованным крестиком на щечке. И эта фотка у меня от Ники, 23 декабря 2007 года. Угу. Так, пусть она у меня тут и лежит, пусть остается в моем дневнике. Далее опять мой стих, но он такой не особо ладный какой-то, я помню, вышел, но мой стих. И здесь, что вот это такое, в колонках играет Red Already Over. Офигенная песня, послушала, кстати, даже сейчас. Надо даже видео сейчас досниму и послушать эту песню. И здесь Маршак, мой новый день. Это текст песни. И здесь у нас Fall Out Boy, журналом Brawl Rock. Следующий разворот. Угу. Забыла, как его зовут, этого мальчика. Алекс Эванс. Да, Алекс Эванс очень-очень был популярный. Просто вот один из самых популярных в интернете на тот момент эмо-кидов. И здесь у нас вот такие идут пайеточки. Вот так я все заклеила. Кстати, они по форме, как будто ноготочки. Очень люблю пайетки. Наша фотка Маринки. Меня и Маринки, господи. Оформлена, да, в фотошопе. Здесь подставлены крылышки. Оформляла, кстати, Марина. И на нас написано название одной из моих любимых тоже групп все времена. Fall of Troy. И мы здесь с крылышками. Очень симпатичные мы девочки. 14 сентября 2007-го. И мысли. Мишка Митсую и Микки Маус. Самый верный враг. Миллиард минут. Бежевый и серый. И без чего? Без мира. Господи, как я могла забыть название песни Never Smile. На самом деле это позор. Дальше вот тоже такой яркий разворотик. Аврил Лавин. С обложки журнал Elle Girl, апрель 2007 года, вот такая вот аврилка, очень красивая девочка, до сих пор ее очень люблю, мне не верится, что ей практически, по-моему, уже 30. Да, значит, здесь она, наверное, моя ровесница, да, очень клёво. И очень любила вот эту модель Suicide Girls, кстати, я забыла, как ее зовут, я записывала ее имя, я помню на самом деле, но очень классная такая красноволосая девушка и красивая. Эмо-мальчик с сигареткой, а я ей как плохо курить. Здесь моя фотография, где я покусываю пони. Это, кстати, моя самая первая пони, которая у меня и появилась в 2007 году. Вот, значит. Эмоциональные гопники захватили мир. Переслушать все эмо и сдохнуть. Вот планы на жизнь, конечно. Дальше вот такой разворот. Практически черно-белый. Здесь, кроме вот этого.
«Море эмоций». Это у нас был концерт у нас в городе. Проходил он в Лив-клабе в парке. Ну и смотрите, кто был. Был Маракеш, значит, Скотч, Радио Камбоджа, The Ozzy, Stencore. Собственно, шла я больше, конечно же, Маракеша и Радио Камбоджа. Скотч я тоже слушала, но не так, не так. И концерт этот был 22 сентября, 18.00, билет 250 рублей. И я помню, что у меня был вот такой значок. Я купила там вот этот вот значок, такой кругленький он был, «Море эмоций». Вот с этой вот, с цветочком, с таким милым. Здесь что-то, чтобы понять ценность одного месяца, спроси у матери, которая родила недоношенного младенца. Чтобы понять ценность одной недели, спроси у редактора еженедельной газеты. И так далее, так далее, так далее. Списанный с интернета, естественно. Здесь я слушала «Эшелон». И опять небольшие мои мысли. Точнее, не длинные мои мысли. А вот эта фотка такая очень подозрительная, как будто тут она думала повеситься. Я такие не приветствую нынче. Что у нас на этом развороте? Господи, вы посмотрите. Вы не подумайте, что я была фанаткой Винкс? Нет. Просто по ходу, либо я сперла эти наклеечки тогда у Лариски, либо мне кто-то их прислал в письме, я не знаю. И вот я решила так это все делать. А хотя какие Винкс? Это не Винкс, Witch. Witch это, боже. Ну, это зато было сейчас как доказательство, что я не шарю Винкс или Witch, потому что, да, я не смотрела это никогда, не увлекалась. Очень красивые такие вот эти парнишки, черно-белая фотография. Естественно, мне больше всего нравился вот этот. Здесь мой стих. Кто-то украл мою жизнь, я не хочу это знать. И вот, посмотрите на эту картину. Здесь очень такой прискорбный взгляд. Он плачет кровью, а сзади какая-то мумия. Мумиёчка какая-то сзади, да. Вот так вот и оно и было. Мой стих 20 сентября 2007 года. Не знаю, зачитать, что ли? Что-то как-то мне, конечно, боязно. Ну ладно. Ты знаешь правду обо мне, но не сумеешь мне солгать. Ты замыкаешься в мечте, и я не рвусь тебя искать. Молчишь и смотришь, ждать не можешь. Мой отрицательный ответ. Внутри глубин своих не хочешь найти, мое простое нет. И бег по кругу снова начат, ты разбиваешь руки в кровь. Себе надежду утешаешь, и ищешь ты мою любовь. А я сыта твоей ложью, и не подамся больше я. Мне не нужна любовь для галки, ты просто умер для меня. Довольно-таки простецкий довольно-таки стишок, но сколько здесь горечи и боли. Ладно, проехали дальше. Значит, конечно, нельзя вроде как бы показывать картиночки тут с матом, но ладно, я вам сейчас ее покажу. Вот, значит, темобой какой-то. 25 сентября, это вот как раз таки с этого, с «Моря эмоций» вот здесь подписано. И здесь наклеечка, здесь есть, слушайте, смотрите, раньше даже выпускали наклейки с этим, с «Братс», я уже даже забыла. А здесь вот продолжение темы наклейки «Witch». И вот мальчик, и не знаю почему, дико ржала все время вот над этой картинкой. Вот посмотрите на нее. Ну, собачке просто немножко не повезло. Да. Далее. Здесь вот разворот. Опять мой стих. Господи, сколько же я строчила, сколько же я строчила. И очень мне понравилась эта фотография в журнале. Здесь такие кеды вот висят на проводе. Я ее вырезала и приклеила сюда. Забыла, как зовут эту девочку. Очень тоже была популярна в те времена. И очень она мне так была симпатична. Здесь идет это стих. А, это опять мой стих. Это опять мой стих. 17 сентября и снова мой стих. Здесь идет текст песни. И вот здесь Изи Хилтон. Нынешняя она, по-моему, подписана как Луна Лавбет в Инстаграме. На самом деле это мальчик. Да. Тут разворот ничем не примечательный. Текст песни Скотч. И что-то тут тоже какие-то мысли, да. Джонни Депп. Духи Рокси. Здесь я пишу что-то, как я провела по ходу день. И здесь снова мой стишок, это 2 октября 2007 года. Вот такой разворот. Здесь парочки любовь. И тут факты, не знаю, о чем факты. Про мальчиков какие-то. Статейки небольшие, вырезанные из журнала есть. А мой стих 2 октября. И написано, значит, что я слушала в этот момент. Я слушала я группу Andrew, Warm It May Concern. Песня, офигенная песня. Следующий разворот. Токио Хотел.
Ай, смотрите, что я с ними сделала. Я закрасила им лица красным фломастером. Вот я издевалась как могла, походу. Никогда у меня не было к ним ненависти, никогда у меня к ним не было большой любви. Ну, просто так украсила, походу, в цвет букв ком-то и все. Вот, и, кстати, у меня такие очки сейчас есть, какой-то девочки. И здесь текст песни «Океан моей надежды». И милая понька рядышком. Так, все, сейчас я сниму последний разворотик. И мне останется, наверное, запуска на 2. Не знаю, на сколько. Потому что уже получилось на 20 минут видео. Не хотелось делать такое долго. Последний разворотик. О, как звали эту девочку, вот эту вот. Я помню, что была девочка Эмили Де Стрэндж, а вот это... забыла, как ее звали, но тут не написано. Не помню, но я смотрела этот мультик, я его смотрела, он действительно эмовский, чисто эмовский глэм-панк, здесь надпись. Welcome. Здесь опять мои мысли, судя по всему. Поцелуйчики. Пацанские поцелуйчики, как не стыдно. И такая милая девчонка, мне очень нравилась эта фотография, потому что здесь розовый, ярко-голубой, красный, очень веселая такая фоточка. Да, ну все. На этом я, значит, пока буду заканчивать. Фух, а то я болтаю, немножечко устаю. Устаю долго болтать. Ну и дело даже не в том, что я устаю, просто видео уже на 20 минут. Поэтому на этом пока что все. Обязательно досниму последние, скорее всего, там получится две. Скорее всего, получится две части. Так что ждите. И мы увидимся с вами совсем скоро. Если вам это видео понравилось, и вам понравился мой обзор на мою прошлую, так скажем, жизнь, на мой блокнот 2007-2008 года, ставьте большие пальцы вверх, пишите мне комментарии, что вы ждете продолжения, или какие-то комментарии по поводу всего, что вы здесь сейчас увидели. Мне будет очень интересно почитать, я всем отвечу. И спасибо большое, увидимся скоро, всем пока!